От экологической катастрофы города России будут спасать зеленые щиты. Еще прошлым летом Владимир Путин подписал инициированный Общероссийским народным фронтом закон, который ограничивает вырубку деревьев вокруг населенных пунктов. О зеленых щитах вокруг Чебоксар далее. Я начинал здесь, как тренерскую деятельность, 73-го года. Здесь волки бегали. Да, волки бегали, я не вру. Тренер по лыжному спорту Алексей Павлухин вспоминает, каким был Берендеевский лес. Чтобы из таких зон после волков со временем не исчезли и сами деревья, Общероссийский народный фронт предлагает создать вокруг городов так называемый зеленый щит. С 1 января 2017 года вступил в силу закон о создании лесопарковых зеленых зон вокруг крупных городов России. Данный закон действует по всей территории России, то есть 85 субъектов Российской Федерации. Ну и в свою очередь в Чебоксарах тоже мы, активисты Общероссийского народного фронта, подготовили перечень объектов, которые должны будут войти в состав лесопарков зеленых поясов. Включение того или иного лесопарка в зеленый щит, или, как его еще называют, зеленый пояс, означает, что там будут запрещены сплошные вырубки и определенные виды хозяйственной деятельности. Вопросы и пожелания жителей по поводу включения той или иной территории принимают по адресу электронной почты, которую вы сейчас видите на экране. После подготовки проекта и предложений ОНФ совместно с Общественной палатой проведут публичное слушание.